Всех приветствую. Я сегодня хочу снять вам небольшой видеоролик. Значит, про мое вот это вот зацепное, или как его назвать. Это вся, в общем, приблуда. Я с ней осенью пахал. Цеплял вот плуг. Это прицепное. Вот. И пахал, значит, с плугом. Вот с этим. У меня там есть видео, как я пашу. Вот. Это вот я добавлял. Это уже добавлял прям осенью. Земля была очень сырая, мягкая. Сдвигал в сторону плуг, чтобы больше был захват. Вот. В общем, смысл такой. Вот эта вот вся канитель у меня. Я ее делал. Сейчас я покажу вам. Она полностью у меня самодельная вся. И это все я сам делал. И это все сам делал. Но это все очень пробно. В общем, смысл такой. Она у меня получается вот из такого металла. Вот. Ну, вот эти отверстия я специально здесь наделал, чтобы можно было плуг перецеплять. Вот ближе, дальше, как удобней регулировать. Весь смысл в том, что она, в общем, вроде бы как и металл-то такой, пятерочка, наверное, здесь металл. Вот. Но в процессе я уже заметил, допахивал до конца. В общем, у меня вот эти пластины, их стало, короче, изгинать. Или в эту сторону, или в эту, я уж не помню. В общем, я все повыпрямлял. Вот. И, в общем, я хочу их немножко подусилить. Нашел у себя прутик, вот такой вот. Обыкновенный прутик. Пятигранный только. Хочу попробовать что-то типа вот такого. Вот здесь приварить. Так. И тогда вот здесь еще снизу приварить. Вот так вот. Вот. И с этой стороны также сделать. Вот. И здесь, значит, у меня земля переваливалась у меня полностью через этот вот отвал. Переваливалась туда много. И сюда тоже что-нибудь буду сейчас думать. Что-то типа пластины вот такой вот. Ну, в общем, сейчас посмотрю. В общем, буду сейчас делать и снимать. Вот, думаю, что-то типа, наверное, вот такого вот. Если проварить, здесь все вот это проварится. То есть, что-то типа вот такого швеллера получится у меня, своеобразного. Здесь так, здесь так. Здесь даже можно будет проварить с двух сторон. Здесь пройтись и потом вот здесь пройтись. Ну, можно бы, конечно, что-то бы другое попробовать, но в основном и делается как? Все, что есть под руками, а этого прута, он его полным-полно, девать некуда. Его много, поэтому как бы его в первую очередь. Ну, я думаю, нормально будет. Оно уже его запараллелило. О, уже даже сжать тяжело. Так он у меня вот только прихваченный. И здесь прихваченный. Думаю, сейчас я его проварю. Здесь и здесь. И я думаю, нормально будет. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Так, ну что-то у меня вот такое вот получается. Горячее еще все. Я болт пробую, гаечку здесь можно будет закрутить. Здесь еще, конечно, окалины пообобьются. Вот, место позволяет здесь. Вот. Здесь провариваю. Ух ты, бляха-муха. И здесь провариваю. В двух местах проварил. И горячий сейчас немножко курну. И здесь тоже. Вот. И еще. Хорошо получается, крепко. Специально болт туда всунул, чтобы его не сжимало. Вот. Сейчас постынет. Еще проварю до конца. Здесь вот с этой стороны. Я думаю, крепко будет держаться. И займусь плужком. В общем, вот что у меня получилось. Проварил я ее со всех сторон. Вот.
В общем, получилась неплохая такая укрепленная вещь. В общем, теперь, конечно, тут что-либо согнуть, что-либо сделать просто нереально. Вот. В общем, так очень прочно все получилось. Сюда тоже заходит. Здесь надо единственное изнутри, вот в этом месте, изнутри надо пройтись напильником. Много слишком окалин отлетело. Так, а здесь, значит, что? Ну, в общем, вырезал я пластинку вот такую. Сделаю, сейчас приварю, вот так. Вот, так. Это одно дело сделаю. Вот. А потом, значит, здесь, в этом месте. Отсюда тоже земля засыпалась. Вот. Здесь даже не знаю. Подумал, голову поломал. В общем, здесь же тоже неизвестно, как и что. Я, в общем, что сделаю. Приварю вот так пластину. Вот так. И от этой пластины вот оставлю вот этот хвостик. Вот этот хвостик оставлю. Так. Чуть побольше я его сделаю и оставлю вот этот хвостик. Там потом в процессе, когда пахать начну, буду уже смотреть. Я вообще хотел ее приварить, допустим, вот так. Но как оно будет, кто его знает. Поэтому решил я ее приварить ровно. Вот. А хвостик уже вот здесь. Тогда буду молотком ударять. Допустим, или с этой стороны молотком постучу. Его сделаю, допустим, вот так, чтобы он землю сильнее отодвигал. Или же тогда обратно постучу, чтобы он меньше землю отодвигал в эту сторону. То есть, как бы сказать, вот такими вот изгибами, перегибами, значит, сделаю, значит, типа зазора, какой мне нужен, чтобы для определенного там определенного количества земли, чтобы он отодвигал, и так уже оставлю. Вот. А по-другому никак. То есть, если приварить, потом придется отрезать по новой, все переваривать. Вот. А так молоточком постучал сюда или сюда, и как надо сделал, и все. Вот. Ну, в общем, сделаю и сниму. Ну, в общем, что-то вот такого. Почему его даже появился, я бы так сказал, какой-то другой вид, агрессивный, что ли. Вот такой агрессивный плуг получается у меня. Вот. Здесь я тоже сделал. То есть, здесь сейчас я, конечно, все буду еще обтачивать. Вот. Это, значит, я оставил специально, потому что там уже буду, значит, смотреть, или его отогну сюда, или так оставлю. Ну, в общем, в зависимости, как земля будет сыпаться, не будет. То есть, тут уже посмотрю. Может, еще что приварю. Ну, это, как говорят, методом проб и ошибок на пахоте. Надо будет все пробовать, и все будет зависеть от земли. Вот. А так, в принципе, значит, получается, мне нравится, как он у меня получается, потому что земля у меня летела очень сильно. Теперь, я думаю, ничего не будет лететь. Вот, ну, как говорится, начнем пахать, увидим, в общем, как и чего. Сейчас все обточу, еще небольшое видео потом сниму, прилеплю сюда. Ну, вот теперь совсем другое дело. В общем, обточил я его все вот таким вот образом, все убрал, вот. Здесь тоже обточил, хвостик оставил, буду осенью пробовать. Ну, как раз вот я осенью пахал, там видео у меня есть, как я пашу, мотоблок пашет сам. И, в общем, можно бы даже бы поглубже еще попробовать, но глубина и начинает вот в этом месте идти переброс земли, никак не позволял, чуть бы поглубже и никак ни в какую. Я думаю, теперь будет нормально, вот. И, значит, еще что хочу. Еще, значит, хочу. Пяточка, это у меня хорошо. Она у меня работала. Пяточка мне хорошо
Все это у меня правильно, регулировки, пашет он у меня хорошо, все нормально. Но, так, скольжение, вот это вот все полностью по земле скольжение, все равно оно как бы сдерживает, получается, все равно мотоблок, удерживает мотоблок, значит, по-любому. Вот, хочу еще я все-таки поставить колесо, значит, колесо для плуга. Ну, в общем, это я, наверное, в следующих видео буду уже, потому что здесь надо и мотоблок подсоединять, сразу смотреть, как и что. Что-то буду дальше я мутить, думать, там уже будет видно, в общем. Вот, а так, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.